Значит, я думаю, что вот на будущий год, когда будет столетие Великому Октябрю, нам необходимо каждое воскресенье стоять возле дворца кинотеатра «Полярный» напротив администрации с плакатами, что 7 ноября 2017 года в 12 часов будет митинг, посвященный столетию Великого Октября. Я уверяю вас, здесь будет 500, а может 1000 человек. Просто сегодня никто не знает даже, что мы здесь собрались. У многих уже память отшибла.